незаконная охота обошлась в 800 тысяч рублей. В марте мужчина подстрелил пять косуль прямо на дороге между Курганом и Звериноголовским. Он же освежевал туши. Мясо курганец погрузил в автомобиль и повез домой. Но на седьмом километре шоссе Тюнина, уже в Кургане, машину остановили полицейские. Разрешение на отстрел диких животных у мужчины не оказалось. По информации прокуратуры Зауралья, курганец частично компенсировал ущерб, поэтому в пользу Департамента природных ресурсов с него взыскали 832 500 рублей.